750 миллионов тенге задолжали уральцы в Аужае к Теплоэнерго. Как отмечают коммунальщики, в связи с большими задолженностями, в некоторых случаях они вынуждены накладывать арест на имущество и ограничения на выезд за границу. В Аужае к Теплоэнерго заявляют, что лето – пора активной работы с судоисполнителями. Общий долг населения на сегодняшний день составляет порядка 750 миллионов тенге. Самая большая сумма долга – около 600 тысяч. Работы проводим такие, как подача нотариусов, чтобы они вынесли исполнительные надписи на должников. Далее работаем с частными судебными исполнителями. С марта месяца мы вышли с расторгли договор с БРМ. И в квитанции единоплатежный документ у нас нету. Мы сами сейчас квитанции разносим. И также хотел до потребителя донести, что в приложении ЕПД в Каспии нас нету. Для этого нам необходимо отдельно открывать приложение Каспии и набирать ЖАИ Теплоэнерго для физических лиц. Выехать за пределы республики, имея большую задолженность, не получится, предупреждают коммунальщики. Прежде чем отправиться в поездку, потребителям рекомендуется проверить свою задолженность по коммунальным услугам. Только в текущем году представители ЖАИ Теплоэнерго наложили ограничения на выезд порядка 50 абонентов. Тем временем общая изношенность городских теплосетей составляет порядка 50%. Текущим летом запланировано отремонтировать 6 километров теплотрассы. Это внутриквартальный и магистральный трубопровод. Сейчас ведется капитальный ремонт на участке улиц Кирдери, Курмангазы, Абая и Ихсанова. Здесь меняют трубы протяженностью 200 метров. Отключили 6 июня. Хотим завершить работы 20 июня. Будем менять все трубы, чтобы работали теплоносители. На сегодняшний день выполнено лишь 20% всех сезонных работ. Периодические отключения воды продлятся все лето. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Асылбек Абекинов, ТДК-42.